Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Лесли. Добро пожаловать на мой вышивальный канал. Я перед тем, как буду вам показывать свои работы, хочу пару слов сказать о моих планах на 2023 год. И у меня в планах каждый месяц, в начале каждого месяца выбирать несколько работ, над которыми я буду трудиться. И в каждом месяце выбирать один новый набор, который я хочу начать. И я буду вышивать эти работы в течение месяца и делать два видео о них в середине месяца. И в конце месяца как бы будет такой отчет за этот месяц. И на следующий месяц я выбираю следующие новые работы. И также один новый набор, который я буду вскрывать вместе с вами и начинать. И тоже делать отчет в середине и в конце месяца. Работы могут повторяться некоторые, а некоторые будут новыми. Ну вот так я думаю работать. И в этом видео я буду начинать два новых набора, которые я буду вместе с вами вскрывать. И вы увидите. И я вам покажу, сколько я вышивала, ну, например, за 2 недели. Ну, это так, не учитывая праздники, конечно. Ну, где-то 2 недели я вышивала 3 работы, которые я вам сейчас покажу. Не переключайтесь. Сегодня у нас 2 января, и я хочу с вами начать новый набор для вышивки. Я его распакую вместе с вами. И это набор от Риолис. Вот такой вот динозавр. Я очень равнодушно отношусь к динозаврам, меня они совсем не интересуют. Но почему я выбрала этот набор? Потому что здесь очень яркие такие, насыщенные, ядовитые цвета. А я такие цвета люблю. Мне очень нравится вышивать яркими, пестрыми, ядовитыми оттенками. Готовая работа будет 40 на 40 сантиметров. Здесь у нас, что у нас еще здесь? Здесь это нитки хлопковые, анкор. 14-я Аида, Цвайгард, 29 цветов. Сейчас я вместе с вами ее открою, и мы посмотрим, что будет внутри. Вот обложка набора, превью такой. Как я сказала, уже яркий, классный набор. Мы ее отложим сюда. Здесь идет описание. Русский, английский, немецкий. Вот идет схема. 2 листа. И здесь идет ключ. 29 цветов. Здесь получается есть крестик, есть бэкстич. Да, я не вижу, что здесь есть полукрестик. По-моему, полная зашивка полным крестом. Пустой лист. Здесь у нас идет ниточки, идут ниточки. Вот первая планшетка. Их здесь 4. Смотрите, какие классные цвета. Ну, я просто балдею. Яркие, классные цвета. Ну, больше всего здесь вот этих цветов. Этих поменьше. Классные планшеточки. Жаль, что нету такой... жаль, что в набор Риолис не входят такие, знаете... планшетки, на которые можно подвесить. Это я сейчас отложу. Ну, ткань это 14-я основа Цвайгард. Большой кусок. Ну что, я пойду размерю канву и буду начинать вышивать вот эту красоту.
этом видео я буду начинать вышивать новый набор. И я хочу, перед тем, как я вот буду вышивать, я хочу его показать вам и вместе с вами его открыть и посмотреть, что внутри. Это старый набор, раритетный набор от Dimensions, который я купила на eBay. Вот такой красивый набор, яркий, красивый. И здесь, получается, здесь будет очень много полукреста. Я думаю, что этот набор вышится очень легко и быстро. Ну, посмотрим. 25 на 36 сантиметров. Вот такие яркие, красивые нитки. Это 14-я основа. Я не знаю, какой производитель этой основы. Может быть, здесь написано. Сейчас посмотрим. Нет, не написано. Я не знаю, что это за нитки. В общем, мы откроем вместе и посмотрим. И сейчас я открыла этот набор, и вы знаете, такой запах старья, как бы, я начала чувствовать запах такой старости какой-то, как будто этот набор где-то лежал очень долго, так знаете, нафталиновый запах. Ух, ну что ж поделаешь, это старый набор, вот ниточки. Вот основа. Такого бежа-кремового цвета. Вот инструкция. Две планшетки небольшие, не так уж и много цветов. Но нарезка очень-очень длинная. Это мне нравится. Ну, здесь 36 цветов, вот схема, вот иголка, ну, схема, да, это получается крест, полукрест, это бэкстич и, конечно же, есть французский узелок. Дальше получается два листа инструкции и схемы. Ну и обложка, превью. Называется набор Perfect Patio. Да, я не буду стирать его сейчас. Может быть, канву постирать. Но такой запах неприятный. Нафталиновой старости. Уж мне очень не нравится. Ну ладно. Я сейчас пойду начну вышивать. Может быть, постираю сначала, начну вышивать. И буду показывать вам свой прогресс. Прошли уже почти 2 недели этого месяца, и я вам покажу, что у меня получилось. Начнем с вот это с Atriolis. Это у меня динозавры. Я здесь вышила вот такую маленькую часть. Вот этот красивый папоротник. Это у нас получается, я вышила вот эту часть. До вот этой бабочки я еще не дошла. Вышивается легко, ничего такого сложного нет. Бэкстича пока еще никакого нет, но бэкстича будет очень мало. Покажу вам поближе. Вот так оно мне выглядит. Здесь вышиваются некоторые крестики. Там, где цвет потемнее, вышивается в 3 нитки, а все цвета, которые посветлее, вышиваются в 2 нитки. Мне очень нравится. Ну, это, конечно, мало, но я
Я вышиваю медленно. Вышивается легко, очень легко, мне нравится. Дальше у меня идет набор от Dimensions. Вот такой красивый Perfect Patio. Не знаю, как перевести на русский, к сожалению. Здесь я вышила тоже очень мало. Я вам покажу поближе. Здесь я вышила, ну, буквально вот эту часть. Ну, здесь вот этот, вот здесь я еще немножко вышила. И вот, вот этот вазон из... это геранью. Бэкстич пока я не буду делать, пока не вышью все. Я думаю, мне ткань очень не нравится. Она очень жесткая, на ней очень тяжело вышивать, потому что я люблю вышивать в два прокола. А здесь не получается. Я ее постирала, потому что у нее был очень... неприятный старый такой нафталиновый запах, но от того, что я постирала, ткань не стала мягче. Все равно тяжело вышивать. Я думаю дальше продолжать, я не знаю, если возьму ее в следующий месяц, но я бы хотела вот, вот здесь ножка этого кресла, я хочу вышивать, начинать вышивать вот это кресло. Вот здесь оно будет. Так, в принципе, здесь много бэкстича, оно так не должно вышиваться очень долго. Последняя моя работа в этом месяце, это вот такой набор от Magic Needle, который я начала вышивать еще в прошлом году. Называется «Где сбываются мечты». Здесь размер готовой работы 41 на 31 сантиметр, количество цветов 47. Сложная работа. Здесь цвета надо менять постоянно. Но мне нравится. Я вам сейчас покажу, вставлю фотографию того, как оно выглядело в прошлый раз, когда я вам его показывала, и как оно будет выглядеть сейчас. Вот вам фотография. А вот, вот вы видите, сколько я уже вышила. Я вышила вот эти вазоны. Вот видите, вот они, вот эти вазоны. И я их вышила. Бэкстич я еще никакого не делала. Потому что бэкстич будет у нас здесь на вот этих горшках, в этих вазонах. Цветы вышиваются тяжело. Ну, не то, чтобы очень тяжело, но тяжело, потому что надо очень часто менять нитку. Бэкстич будет немножко на розах, вот здесь будет, но я его пока делать не собираюсь. Это получается у нас гамма. Мне нравится гамма, вышивать на гамме очень, очень приятно, мягкая, мне нравится. Нитки нормальные, мне кажется, что это... Здесь не указано, что за нитки, но мне кажется, что это нитки от гаммы тоже. Нормальные нитки, просто мне не нравится, что там очень сильная ворсистость. И также на нитках Анкор, мне тоже кажется, здесь тоже есть ворсистость. Мне, например, DMC из всех ниток больше всего нравится. Кстати, у меня есть видео на моем канале, где я делала такой эксперимент. Я сравнивала нитки Анкор и DMC, и я вышивала теми и теми. И вы можете зайти на мой канал, увидеть результаты, какие нитки мне больше всего понравились и почему. Ну вот вы сами видите результат. Вот так у меня все получилось. Следующие две недели этого месяца я тоже буду вышивать эти три работы. И в конце месяца у меня будет такой отчет за месяц, сколько я вышила. И я вам покажу. И в следующем месяце я буду что-то новое начинать. И продолжать, может, какие-то из этих наборов тоже буду вышивать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой из этих трех наборов или трех работ вам больше всего понравился. И вам интересно за ним следить. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующем моем видео на моем канале. Всем всех благ. Пока!